Всем привет! И перед нами сегодня две вот такие посылочки, которые я приобрел на AliExpress совершенно случайно. Искал чехол для своего телефона, а наткнулся вот на это. И это у нас защитное стекло для камеры. Не для дисплея, а именно для камеры телефона. Ну и понятно, меня это очень заинтересовало, и я решил сразу же заказать, ради интереса попробовать, что из этого получится. Влияет ли это стекло на качество съемки и насколько его хватит. Попались мне несколько интересных предложений от разных продавцов. Не смог я между ними выбрать и заказал себе сразу обе защиты. Благо, стоят они недорого. Кстати, под видео есть ссылочка на этот товар. Можете перейти, посмотреть, сравнить, если вам интересно. Ну и, конечно же, приобрести. Ну а мы давайте откроем и посмотрим. И честно сказать, я даже себе не представляю, как ее наклеивать. Настолько вот она вот маленькая и хрупкая. Ну, думаю, что не зря я приготовил вот такой вот пинцетик. С ним будет легче наклеить нашу защиту на вот эту камеру. На телефоне iPhone 7 Plus. Сейчас, прежде чем начать, нам нужно сначала тщательно почистить нашу камеру. Камера у нас чистенькая. Теперь сделаем фотографию, чтобы в дальнейшем сравнить обе фотографии с наклеенной защитой и без защиты. Так, готово. И теперь уже приступаем непосредственно к наклеиванию нашей защиты. Так, пинцет. Теперь посмотрим, где у нас здесь пленочка. А, вот так вот, да? Честно сказать, было это очень сложно сделать. И сейчас по окончанию я себя ощущаю просто ювелиром. Но главное, что получилось. И теперь давайте сделаем фотографию, чтобы потом сравнить наши снимки. Вот так вот. Не знаю, насколько вам видно или не видно разницы, но я ее не увидел. Поэтому принял решение стекло не снимать. Оставлю его, раз уж существенной разницы нету, пусть будет. Насколько это нужно, решать только вам. Как по мне, я считаю эту идею очень классной, особенно на iPhone 7 Plus с его выпирающей камерой. И когда мы кладем на какую-нибудь поверхность, то камера непосредственно соприкасается и может поцарапаться. А царапины будет убрать очень сложно и дорого, чем, допустим, переклеить вот такое дешевое защитное стеклышко. Если вас такой вид защиты заинтересовал, то приобрести вы сможете его по ссылочке под видео. Также там находится кнопка подписаться, палец вверх, на который можете не стесняться и нажимать. Ну на этом с вами прощаюсь. Желаю всем удачи, счастья. Всем пока.